Всем привет! Наверное, все уже заметили, что в последнее время наличные деньги стали потихоньку уходить в прошлое. Мы все чаще расплачиваемся карточками, смартфонами и умными часами, ведь это так удобно. В некоторых регионах доля безналичных операций в рознице уже превышает 80%. Это хорошая новость для покупателей, но плохая для продавцов, ведь комиссия за эквайринг превышает 2%. А это может быть существенной частью торговой наценки. К счастью, на помощь приходит система быстрых платежей, которая позволяет совершать безналичную оплату в несколько кликов. И обходится значительно дешевле, чем традиционный эквайринг. Начиная с релиза 3.13, возможность принимать оплату по системе быстрых платежей появилась и в приложении 1С мобильная касса. Все, что нужно, это выбрать необходимый вид оплаты и дать покупателю отсканировать специальный QR-код с экрана. И через несколько секунд деньги уже будут на вашем счету. Конечно, оплата с помощью СБП занимает чуть больше времени на кассе, чем работа с привычной бесконтактной картой. Покупатель сначала должен запустить в телефоне свое банковское приложение, а затем отсканировать QR-код и подтвердить оплату. Все это у него может занять секунд 20-30. Но и выигрыш очень существенный. Во-первых, не нужны никакие банковские терминалы. Вам вполне будет достаточно смартфона или умной кассы с установленным приложением 1С мобильная касса. Во-вторых, это большая экономия для продавца. Комиссия за прием оплаты по СБП составляет от 0,4% до 0,7%. То есть примерно на 2% меньше, чем при обычном эквайринге, который доступен в малой рознице. Так что посчитать экономический эффект с использованием СБП в вашем магазине очень просто. Возьмите свою выручку по картам за последний период и умножьте ее на 2%. На какую сумму вы приняли оплату по банковским картам? На 1 000 000 рублей? Значит, если вместо этого вы бы использовали СБП, то сэкономили бы за этот период около 20 тысяч. Согласитесь, во многих случаях это стоит потраченных 20-30 секунд. Для подключения системы быстрых платежей в 1С мобильная касса нужно сделать несколько настроек и заключить договор с банком, который поддерживает прием оплат по СБП в решениях 1С. На момент записи этого видеоролика у нас заключено соглашение с банком открытия, но мы уверены, что в ближайшее время список банков-партнеров будет расширяться. У системы быстрых платежей большое будущее, так что не упускайте возможностей, которые она вам предоставляет. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Да, и пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся!